умная девочка, поэтому пока его нет, пока он где-то там в туалете или там в душе моется, я играю без него в Майнкрафт. Я вот такая, да. И я вот построила дом, пока его не было. И покажу вам сейчас, что я там построила. Эдисон придет и удивится, насколько я хорошо строю дом. Он меня... Я ж самому смешно стало. Здорово, пацанцы и пацанессы! Короче, я зашел в Майнкрафт под скином Кати, потому что, ну, я дурак. Я в предыдущей серии на нее почему-то обиделся из-за вот этого лохопедина, который там стоит на вот этом третьем этаже. Я ей построил дом! Хороший дом! Пока ее не было, она придет и удивится, и реально скажет: о, какой ты у меня молодец! Построил мне такой хороший дом! Да потому что Равшан этот джамшут в предыдущей серии какую-то фигню здесь построили! Я здесь полностью все перестроил. Я построил туалет, я построил себе некоторые такие зоны, где только я буду находиться. Я построил Кате собственную комнату, и в этой комнате вот там находится такой маленький сюрприз. Но я пока что не буду ей говорить, какой там сюрприз. Да и в принципе Кати здесь нет, поэтому это очень даже хорошо. Я сначала смогу все достроить, и только после этого я ее сюда позову, мать! Ты опять меня пугаешь, да? Что такое? Прости меня, пожалуйста. За что? Я дурочка была, прости, пожалуйста. Прости. Это все из-за этого тушканчика не лысого, который... Это ты дурак, и я дура, прости. Это, давай, не, давай... И давай. Ты дурак, и я дура. Не, давай впервые начнем. Ты дура, а потом я уже дурак. И ты дурак. Я не... не дура. Давай сначала скажем: ты дура, а потом я дурак. Ладно, мы дураки, хорошо. Кать, я как раз... Вот он не даст соврать, я хотел тебя звать. Прямо сейчас. Меня прости. Я тебя прости, и ты меня прости за то, что я обиделся на какую-то там фигню, на этого дебила, которому ты, наверное, ну, вот это изменила, наверное. Я не знаю, но я прощу. Нет? Или что? Кто это? Я тут немножко играл с твоим скином, с твоим аккаунтом, вот, кстати, вот он. А, ну, потому что я тебе перестроил дом. Но я тебе покажу, если ты мне скажешь, что это за чубзилет. Вот да там, тамада. Какой тамада? Тамада чего? Мы хотели тебе праздник устроить. Какой праздник? Ну, у меня не день рождения. Ты вернулся. Я вернулся. Ну. Там шарики, торт. Тамада. Ты меня встретить хотела? Праздник организовать? Да. А вот оно что. А ты, дуримонда. Ну вот, вот хорошо то, что я разобиделся до того, да, как ты пришла. Да, действительно, взял вещи, ушел. Да, я ушел и я пришел. Все, нет, тихо, вы, короче. Вы видели, как он ушел? Он ничего... Когда? А в предыдущей серии? Да, в предыдущей она серии. В предыдущей серии мне изменила. Он в предыдущей серии... А если, подожди, если ты не видел предыдущую серию, вот подсказочка. Нажми на предыдущую серию, посмотри, как Катя мне изменила. Посмотрите, как он... Как Катя вот это. Дуримонда. Дура. Короче, неважно, Кать. Вау. Ну, после того, после Равшана, после джумшута, это, конечно, вау! Смотри, да. Ты смотри, что я тебе здесь настроил. Цветочки, здесь книги, я знаю то, что ты... Дверь розовая. Ты очень сильно любишь читать книги. Безумно. Вот прям безумно. Прям за жизнь я одну книгу, наверное, прочитала. Вот, у нас здесь стол, фруктики. Прозрачный стол. Прозрачный стол. Аккуратно его нужно будет вытирать, чтобы не, ну, не поцарапать, а не так, как ты это делаешь. Приходишь там с учебой такая: да я эту учебу в рот е! Вот это! И не надо стучать по столу, потому что, ну, как бы разобьешь его. Вот, смотри, у нас здесь... Огнетушитель. А, подожди, сначала... Огнетушитель. Камин. Камин, это камин. Надевай наушники, чтобы ты слышала всю прелесть Майнкрафта, вот. Надевай наушники. Катя очень сильно хотела дома камин. Я ей камин это поставил, но также рядом поставил огнетушитель, потому что Катя иногда бывает очень такой небольшой рукожупкой, поэтому... Здесь у нас также система безопасности, точнее, огнетушения. Если что-то, если где-то будет пожар, то на счет раз, два, три... Ну, это, в принципе, было задумано, то, чтобы это... Да нет, надень наушники обратно, это еще не конец. Надень. Да сейчас, надень наушники. Сейчас мы пойдем в другое место, я тебе покажу кое-что другое. Опять? Надень наушники, мы уже оттуда уходим. Надень. Вот, смотри. Это, если выражаться культурным графским языком, сральник. Сральник. За дверьми. За дверьми. Смотри, как
и не открывается. В общем, это твоя ванная комната. Как бы твой дом, ты здесь будешь жить. Смотри, здесь зубочистки мои, здесь твои. Ну как зачем бы. Зачем твои? Ну я иногда в гости буду приходить. Вот, здесь у нас. Здесь у нас система безопасности. Что если пожар в сральнике, чтобы сразу все срабатывало. Я плюнул аж на стол. О, Боб, да надень наушники! Нет! Да надень! Все, отстань! Короче, смотри, здесь туалет, и как ты просила, я никому не говорил, и я повесил возле туалета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 туалетных бумаг. Я знаю то, что ты очень сильно любишь их израсходовать, вот. Поэтому, если что, я все учел. Я все учел. Это он очень сильно любит израсходовать бумагу. Не-не-не-не. Короче, это для тебя. Вот, дальше. Душ. Это не душ, это просто вода. Это не душ, это просто вода. Ты сюда заходишь, моешь все, что только хочешь. Ну, прозрачненькая, если увидит кто-нибудь. Кто увидит здесь что? Опа, 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 шторы и все. Видишь, как... Я все продумал наперед, даже вот 8 стральных бумаг. Ну, для тебя специально. Нет, когда для в тебя. Гости будешь приходить? Здесь стиральная машинка есть. Стирай все, что только хочешь. Здесь мусорка. Короче, лицо стирать. Но! Выключать. И смотри, что произойдет, когда ты на него нажмешь. Надень наушники, потому что там щелчок. Вот прямо как у Таноса. Ну, надень. Ну, чтоб ты просто послушала. Вот. Все, я больше не буду, обещаю. Смотри, 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 смотри. Ну, не на меня смотри, а туда смотри, смотри. Ля! Опа! Свет вырубается, вентилятор вырубается. Опа! Ты понимаешь, до чего технологии в Майнкрафте дошли? Понимаешь? Выключаем, чтобы свет, электричество экономить. Уходим. Дальше. Туда не нужно идти. Ну там не. Там еще не достроено. Подожди, это мой дом. Ну как? Давай посмотрим. Ну, давай посмотрим. Ну я еще там не достроил. Да в смысле, я хочу посмотреть. Эй, ага. Как пройти сюда? Ломать левой кнопкой. Левой кнопкой ломать. Ага. Та-ра-та-да! Ну я тебе не хотел показать, но это мое место, это я для себя построил. Ну, твое? Как бы, это гостевой туалет, у тебя есть свой туалет, а у меня гостевой. Ну как, может, смотри. Ля! Нет! Это мой дом! Это священная туалетная бумага и трон, мой трон, личный трон, на который я буду приходить к тебе домой и садиться вот здесь. И вот здесь чилить буду, чилить каждый день. Гостевой или твой? Ну в смысле гостевой, ну... У тебя... Почему здесь туалет лучше, чем у меня? А почему он лучше? Он просто стоит на куче золота и все. Это, ну, максимум. До всего. У вас тоже дома туалет стоит на куче золота? У тебя есть дома туалет золотой? Мне кажется, у всех есть. Есть плюсик. А у меня нет. У тебя нет зато. Ну, вот он! Так, подожди. Вот он. Подожди. А это что? А, ну там, там. Тоже гостевое. Типа джакузи. Ну, знаешь, когда гости будут приходить... Ты офигел? В смысле? В смысле? Ты не хотел мне это показывать? Ну, я еще не достроил просто. В смысле, все достроено? Не, не достроено. Достроено? Да, не достроено. Люди будут приходить в джакузи купаться, ну, в смысле, я только буду приходить. Ты не будешь сюда приходить. Я тебе да этот дом подарил. Это мой дом. Ну, мой, который я тебе подарил, он стал твоим, ну, как бы у меня... Я здесь прописан. Нет! Не, да! Нет! Да я здесь прописан! Так. В общем, ну и все! На этом все заканчиваю. На втором этаже я еще ничего не достроил. А, второй этаж есть? Нет, ну там как бы еще ничего нет. А как на второй этаж попасть? Ладно, да, давай поменяемся местами, сейчас все сама посмотришь. Давай, садись сюда. Надевай наушники, чтобы все было хорошо слышно. Нет, и... ты надень. Ну ладно, я ее больше не смогу обмануть. Ты надень? Нет, ты... Надень! Нет! Второй этаж. На второй этаж можно забраться только через улицу, через задний двор. Вот. Выходи, я тебе там тоже подарок небольшой подготовил. Не туда, вот в ту сторону, да. И чтобы быстро бежать, нужно два раза, да, на... Вот, налево, вот. А, вот, да вот, да вот, как! Вот лестница! Я говорю, вот. Там лава. Ну да, там лестница, тебе через лаву нужно перепрыгнуть и залезть вот туда в то окно.
ля. Да аккуратно, 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 аккуратно. Открывай окно. Ты смотри, как она. Ты да, она сама офигела на самом деле. Она даже не поняла, что сейчас произошло. Ты ля, не нубась на ней. Засчитываем ей плюс полпроцентика, что она. Я всегда умела играть в Майнкрафт. Никогда не умела, никогда. Ну хорошо, тогда. Отгадай пазл, тебе нужно пройти туда дальше. Вот туда даже дальше. Неинтересно, честно. Неинтересно. Отгадывай пазл. Один из рычагов открывает вот эту всю дверь. Вот. Нужно угадать какой. А что, только можно несколько открыть? А я не знаю. Ой. Ну, это не тот пазл. Нет, вот, это не то, что нужно открывать. Это не то. Вот. Тебе нужно вот эту каменную дверь открыть. Вот если ты ее откроешь, то все будет хорошо. Катя, ты видеоблогер, ты должна комментировать свои действия. Я нажимаю на этот рычаг. Сейчас я нажала вот на этот рычаг. Оно не нажимается. Может, ближе нужно подойти? Нет. Еще ближе подойди. Угу. Если ты с расстояния 10 метров хочешь на что-то я нажать... Я нажимаю на этот рычаг. Ага. Я нажимаю снова на этот рычаг. А на этот не нажимается, потому что ближе нужно. Потому что нужно ближе подойти. Надо. Ну, я так буду вечность тут эти рычаги трогать. Ну, помоги. Ты уже открыла проход. Ты уже его открыла. Ты нажала на нужный рычаг. На рычаг ты нужный нажала, когда что-то... А, да? Хрустнуло. С самого начала ты на что-то нажала, я тебе сказал то, что это не то, что нужно. А, вот это? Вот этот. Вот этот. Вот этот. О, и чё? Ничего, я пошутил, тебе сюда не нужно, все, оборачивайся. А нет, тебе нужно сюда. Ну просто тебя вот так по щелчку пальца можно троллить. Ну, типа. Надень наушники. Не надену я наушники. Надену я наушники. Пипец. Да какой пипец? Ну иди, иди куда-то, иди. Куда? Перепрыгивай. Кать. Нет, так мы по таким правилам мы с тобой не играем. Кать, так нельзя. Да почему? Ты открыла дверь, да иди ты в эту дверь, войди в нее, вот войди. В эту? Вот А зачем ты спустилась на первый? Господи, я никогда ее не научу играть в Майнкрафт, никогда в жизни. Вы еще спрашиваете, почему ее нубиком называют? А потому что это дурдом. Это я тебе стекла сейчас все здесь сломаю, потому что я не могу так жить с тобой, не могу на. А ты тебе сейчас. Я тебе хотел сюрприз в этой серии сделать. Вот прям настолько огромный сюрприз, что это с ума можно сойти. Ну иди, иди в сраку! Я тебе не, я не умею, я ничего не умею, ты ничего не умеешь. Пока, Катя! Прощайся с ними, как. Я не могу, все, это жопа. Да я сейчас все исправлю. Ничего не надо исправлять, все, мы прямо сейчас заканчиваем серию. Да я манал! Да сколько реально можно? Серия еще должна была идти, ну я не знаю сколько. У меня сюрприз там для тебя подготовлен. Я и говорю, Катя, давай я тебя затроллю, Катя, давай. Ну как это работает? Поэтому прямо сейчас мы заканчиваем эту серию, и мне как бы без разницы. Всё, сюрприз ты свой не получишь. Получу. Не получишь. Всё, я сейчас сама всё сделаю. Да, Кать, всё, уходи, заканчиваем. Уходи. Заканчиваем. Да чё? Я сама сейчас всё пройду. Ёп. Так, сейчас, я сейчас всё сделаю. Он меня просто нифига не может научить уже овер какую дофига серию. Так, как идти? Так. Короче. Все, серию мы заканчиваем. Набираем 30 тысяч лайков. И все, в следующей серии я прохожу, нахожу этот сюрприз, и все, у меня получится вот так вот. А вот он там куда-то ушел. Он просто учить не умеет. Все. Все, ставь быстренько лайк, и выходит новая серия. Все. Я прям сама ее выпущу. Прям смонтирую. Все, давай. Как ходить с помощью? Все, а у этого дебила, блин, больше никогда помощи просить не буду. Я же на лаву запрыгнула, на лестницу через лаву. Ну, все.